Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Сегодня вашему вниманию хочу предложить рецепт очень удачного, сдобного теста. И будем готовить мы с вами мягкие, как пух, ароматные и вкусные булочки. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне! Нам понадобится 2 яйца. Для смазывания мы будем использовать желток, поэтому я 2 яйца отправляю сюда и отделю один желток. Вот таким способом. Желток будет ждать своего звездного часа. И чтобы желток у нас не заветривался, накрываем пленочкой. Будем использовать стручок ванили, то есть ее икру. Такой аромат. Стручок ванили мадагаскарский. Вот эту красоту мы отправим в тесто. 250 мл теплого молока отправляю в емкость. Сюда же добавляю ваниль. Сюда же добавляю 8 грамм сухих дрожжей. Если у вас свежие, то 25 грамм свежих. Одно яйцо и белок. Все хорошо смешиваем. Я в своих дрожжах уверена, поэтому я их на расстойку ставить не буду. Если вы в своих дрожжах не уверены, конечно же, лучше всего хотя бы минут на 10 накрыть крышкой и дать им расстояться без яйца. Молоко, сахар, дрожжи. Для баланса вкуса добавляем щепотку соли, 30 мл растительного масла, без запаха, у меня кукурузное. Еще немного смешиваем. И сейчас будем добавлять муку. Добавляем сахар 150 грамм. Все хорошо смешиваем. Отвесила 550 грамм муки. Муку добавляю с осторожностью. Мука пшеничная высшего сорта. И я ее сейчас буду насыщать кислородом. Просеивать. Тесто должно быть мягким, нежным, чтобы булочки получились воздушные. Оно не должно быть забито мукой. Мука по плотности и яйца по своему объему и плотности тоже могут отличаться. Поэтому добавляйте деликатно муку. Но при всем при том, особенно когда мы формируем булочки, оно должно тоже держать форму. Поэтому муки нужно добавить достаточно, чтобы булочки получились красивые. Точное количество ингредиентов под видео в описании обязательно укажу. Если вы особо тесто не хотите месить, вот на этом этапе вы можете поставить на расстойку. Потом уже заново месить через некоторое время. Но я буду вымешивать тесто обязательно. Я еще добавляю муку. И сейчас на столе буду добавлять сливочное масло и хорошо вымешивать тесто. Сейчас мы тесто выкладываем на стол. Вот я в прошлый раз делала булочки, у меня 550 грамм муки ушло. Вот сейчас посмотрите, у меня мука осталась, а тесто уже практически готово. Поэтому всегда нужно добавлять постепенно, частями. 50 грамм масла добавим. Масло у меня специально комнатной температуры, чтобы удобно было втирать. И сейчас тесто вымешиваем. Сейчас сначала тесто разделится на отдельные кусочки. Ну и продолжаем месить, и у нас получится однородная хорошая масса. Вот так вымешиваем тесто. Кстати, если у вас нет стручковой ванили, вы можете добавить ванильный сахар для ароматизации, цедру лимона, либо апельсина, либо ванилин. Вот так минут 10 вымешиваем. Посмотрите, какое тесто уже, какое оно красивое. Тесто немного прилипает, так и должно быть, клейковина раскрылась. И я беру пластиковый вот такой шпатель мне в помощь и собираю в комочек. Все, у нас уже тесто на завершающем этапе. Немного растительного масла на руки и собираем тесто. Итак, посмотрите, тесто наше какое. Очень нежное, посмотрите, какое оно. Потрясающее просто. Все, мы муку больше не добавляем. Скатываем в шар. Немного оно липнет, оно растоится, липнуть не будет. Такое тесто идеально для сладких пирогов, сладких булочек, для рулетов сдобных. Изумительное тесто. На дно немного растительного масла. Обмакиваем лицевую часть
собираем в шар, вот так, чтобы тесто не заветривалось. И при комнатной температуре дадим расстояться 1-1.5 часа. Каждые 30 минут делаем обминку, выпускаем углекислый газ для лучшей ферментации. Посмотрите, какое у нас тесто. Красота. Достаем его. Подпыляем тарелку мукой. У меня получилось 9 шариков по 83 грамма каждый. Выкладываем все на тарелочку. Накрываем пленочкой. Минут 10 дадим отдохнуть и будем разделывать. Шарики отдохнули, и сейчас будем формировать булочки. Вы можете формировать любой формы. Я буду в виде рогаликов. И сейчас раскатываем в пласт овальной формы. Выкладываем джем. Вы можете любой джем, любое повидло. Если слишком жидкое, можно орехи добавить, грецкие. Вот так защипываем, чтобы джем не вытекал. И делаем надрезы в виде лепестка. И сейчас нам нужно свернуть. Мне очень нравятся булочки именно вот такой формы. Когда они пропекутся, они будут очень красивые. И швом вниз выкладываем на подготовленный противень. Я выстелила его пергаментной бумагой и выкладываем булочки на расстоянии. Сейчас обязательно накрываем пленкой и дадим 20 минут им расстояться. Тем временем включаем духовку на 180 градусов. И сейчас нам нужно их смазать, чтобы они были глянцевые и красивые. Отложенный желток, я в него добавляю 1 чайную ложку молока и хорошо, деликатно промазываю каждую булочку. Сверху посыпаю черным кунжутом, очень красивый контрастный вид, и отправляем в духовку. Выпекать будем при 180 градусах 20-25 минут. И вот такая красота у нас готова. Дадим буквально минут 20 остыть и будем пробовать. Итак, дорогие друзья, если вам понравилось видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком. Делитесь моим видео со своими друзьями и близкими и в соцсетях. Если вы впервые на моем канале, обязательно подписывайтесь. Не забудьте нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь до новых встреч на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Пока-пока!